свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Значит, если быстро пронесем этот рейд, то резко сходим. Там, если... По КД. По КД. По какому КД? Да, пошел, короче, сегодня с пугами шаманом. И не убили Халеона. Такие ебанутые. Сука. В норме не убили Халеона? Да. Да. Что, 4К собирали, блин? У меня так пукан говорил, да тупые просто метки выносят, вот тебе подъебало. Просто все они, наверное, дохнут. Ой. Некоторые не выносят, бля. Не спылят в рейде сразу же. Ну, посрочным. Так, да, вчера тоже один в РСК пошел магом с ханта. С нашего, который выносил метку раньше с диспеля, у меня под морду откинуло. Еще огрелся в чате. Ему говоришь, блин, учись диспелить, оно придурок, паладин какой-то был. А вот этого Плариму нет у него, не знаю, Лема что ли? 5 хилов идти в обычку. Тут просто такие хилы собрались, которых нету ДД-спека. В том числе и я, к сожалению. Ну что, 5 похилить? На расслабоне. На расслабоне 3 часа, да? Зато никто не может. Ну хочешь 3 часа, иди 3 часа. Не знаю, что у вас за проблемы. Если рейд не падает, проносится 1.5 часа все. Под морду этого и до тактика, он всегда говорит, ближе к морде, пацаны, не несут. Да я вынесу разок, нахуй, в рейд отлечу, блядь, и посмотрю, как вы заморозитесь там. Вы же нихуя такого не видели, блядь, никогда. Да-да. Блядь, я всегда ношу под локоть. Я не знаю, что у тебя горело вчера там, блядь. Да просто... Ты чё, Лисия, помнишь это еще? Или в обычке? Не, ну все, я помню. Там ханты выносят под хвост, ставят под вот эту заднюю лапу. Хвост откинет в рейд, и все, и 20 человек заморозились. Ага, всем привет. Ну вот хант единственный, по-моему, вчера, да, не так отнес. Значит, этот, кто? Жека, ты тут? А ты же, да. Ну все, сейчас к ребру подойдем, ты в протопале будешь идти с этим сводом кончить. А с счастливой в ретрике пойдешь. Вышел уже, всех собрали там? Войт. Да. А где поворотик? Я что, сейчас послышал базарить, что ли? Я имею в виду в рейде. Сегодня не попал. Ты ж в рейде поворот? Нет. Жаль. Да, да. Бьерн, чекай, вчера сходили в Десигеру. Плохо. Я так и думал, хуй. Ну, чё думать, если Трисия не упал, череп сразу лопнулся. Что ты хотел? А мы до Лича дошли. Лича 2-3 сделали. Там что-то протопал. Что-то у них стало, там не проблема была. Мы сегодня, может, по КД сходим. Там Ленушка соберет, чтобы Лича добить. О, я пойду локом, если чё. Ну да, посох хороший. Кинжал нафиг не нужен. Хотя он так-то он получше было, чем при... Кинжал лока лучше даже кинжал взять. Попхэнда. Да. А, кстати, не поверите, 25 гер никому не надо было катушка. Так, короче, моему друиду скинули за 10%. Когда? Да вот недавно, вот последний, который я был в Бьорном, короче, вообще никому катушка, даже на офспех не надо было. Но я говорю, ну не пылите уж, дайте уж мне не пылите. Пускай на 4-й спек лежит. Шо, гир, никому ничего не надо уже? Ого. Ну, бывают такие рейды. А, кстати, в том же рейде никому не надо было алибарда. Да, почти никогда никому не нужно. А, так это когда? В пятницу было, когда 5 часов сидели вы или что? Да. И ролит 2 класса всего, конечно, без семьи.
Прикиньте, вар, короче, фурит с двумя такими алебардами, будет бегать. Вообще жесть. Засмеют. Деньги занят. Она уникально использующаяся. Нет, нет. Нет? Нет. Дело даже не в том, дело в том, что там в таланте. Только топоры, мечи и дробящие может. А, серьезно? Хватка титана, то есть не дает на древковые две штуки? О, странно, я забыл. Стоп, эти ДБС, притворяйтесь мертвыми. А, вы притворились, молодцы. Само собой подобрал. Когда такой срыв происходит, стоп, эти ДБС. Там брейд кастует одна сволочь. Dark Soul ты играете тогда. Беру, слышишь, короче, вчера да. Штаны вот эти забрал геройские. Сейчас подгоню, скажу, какие. Это с 25, да? Вот эти, сейчас хосты стало 1420. Вот так вообще окей. Ну что, Бер, а что ты целка вчера 10 гер не собрал? Мы ходили с лимошкой вчера ночью. А видишь, а я спрашивал, да? А ты, по-моему, когда спрашивал, они шли. Да, конечно. Желтая вода тебе в бошку ударила, вот ты и вошкался. Что-то какой-то ты сильно грубый. Да. Да нет, там мы вчера добирали, получается, мы вчера добирали долго, то есть если бы ты был и спрашивал, мы тебя по-любому на кого-то попросили. Ну что, не пойдет, хорошо, пока я дома. Ну мы добирали, наверное, минут 40, но таки собрались. В смысле, вообще собирали минут 40 рыб. А почему? Что там, череп не упал? Не упал. Что сделать? Да ты же топчик, чё ты? Он будет последним. Ладно, давайте по бафам. Жека с прота. Счастливый давай каски всем. Санзу всем кулаки. А Абьянка кресты. Зачем прота, если есть ДЦ? Ну, значит, давай каски. А Санзу с счастливым кулаки. Абьянка кресты. Значит, ну, ДЦ, столик. Допустим. Умрет ДЦ, зато прута останется, вам что жалко раздать. Берем штруделя все, пишем в РК, если вы ролите не на тот спек, в котором идете, об этом пишем. Каску оку. Чтоб потом не было вопросов. Меняйте коня на лед паладины. Это тут пало в пиздец. Значит, первый босс. Не стоять в синем огне и бить шипы. Только... Смарт кинул оку каску. Интеллект. Есть мозг. Нету. Сейчас есть. Касок нет. Есть. Все. Чек на пул. Не вот. Будет, когда ивенты будут проходить. Ну, я думаю, через 2 недели от первого, от последнего. Ну, планируется, по крайней мере, так, 29. Лампорин, это Сэддер, да? Или чё? Жека, готов? Да, готов. Танки начинаются. Ничего не говорю, вы все знаете. Если что, Жека ролит на хил, я забыл написать. Разбегайся.
малышка, беги! А шипы на хантах, вы что, сбивать будете шипы? Ой, скажи им, крикни на них. Слышно. Он сказал, вы все знаете. Я молчу. Все правильно. На ханте шип. Слушайте, зачем с ханта шип сбивать? Я не понимаю. Оно вам надо. О, поясочек. Что ты говоришь? Второй раз удача, да, Капа? Да, только... Сейчас, погоди, рульну. Чё, тебя убили уже? Какой фейл, блядь? Друиды чё, гонишь или чё? У тебя здесь и геры есть, блядь. Пояс. Точно такой же, даже лучше. Ты писал носову там, кто там фейл? Я писал, что на ШП рулю. Да, и я писал, что на СШП рулю. Спасибочки. Да, я понял, никого нет на осколке, да? А, надо кому-то панцирь. Нет, на фейла с профессором Мерзоцида вроде там хасткрит, да? Кольцо. А нет, кольцо на это. Нахуй пала идет, да? Нет, нахуй пала это не идет. А, меткость зачем он рулит вообще? А ты на Элима или на чё рулишь? Да, я писал. На Элима, да? Посмотри, я писал. Ну просто скажи да, я не буду смотреть. Сколько я дал? Ё-моё, я пятый по ДП. Дайте баф, мам. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже ты вот пишешь, я не знаю, какой у тебя ник там. Поэтому пиши такой-то ник, пока перекинь, не знаю. Так, кто хуй знает, это нонейм сидит, блин. Это, что вам спамани? Ну давай, Клота Гимномана. Как вы смеете ступать в эти Считай. Священные покои? Это место станет вашей могилой! Thank you.
Ой, кому-то сейчас. Бля. Ребят, вы долго контролите. А он крестом подбежал к нему, чтоб фир дать через весь рейд. А вы стоите. Ханты, дайте на фул сейчас на Жека. Да тут таунт работает, Жека. Да? Да. 25 обычно. Как я тебя вчера в ЧС кинул, а, протопала твоего? В хилботе. Так, хз, если возможно такое. В хилботе, конечно, возможно. Специально есть черный список. Чтоб ты не хилил лишнего. Что, не надо кому-то? О, Хантуа не прибис. Он с этим берется. А АДК есть у кого-то? Если ты просто. Ага. Кольцо на танк. На фронте. Так будь в АДК. Ты на ОФ, ты что на ретрика на мейн ролишь? Или на холик? Не, на холик, мейн. Так, надо кому-то. На распыл. Кидай фейву, может. Если так подумать, у него шмот и на сову не собраны на этого. Да, фейву? Просто он друид, ему в любом случае может пригодиться, если он надумает кота мишку делать. Там сумок не хватит, только спикаем. Может он, знаешь, один собрал, не понравилось, скинул. Счастливый будет выполнять квест. Мама мия, что с тобой делать? Бьете корабли без меня, ладно? Без демона. Да бля, корабли же ебаный в рот. Сейчас мне надо. Ты понимаешь? Я без демона даже не в ППГ не хожу. Шутник. Не, ну вчера, короче, мы в 10 геры шли, у нас демона сначала не было. То я бы хули престом с пистолками не затянул долго. Без демона. Да я на Ирку зашел. Ой, нет, погнали. Как ты похож, храбрые воины. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Эй, как дела? Сила и честь. Тут вы тоже все знаете. Перелетать все должны. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, взлетаем. После 40 лучше отойду. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Кидай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Артету делать нечего! Что делаем ставки, сколько на сурке дам? 14 дам, как думаете? Флэш бей, блядь. Да нахуй так, блядь. Ну, с трэшем 14 дам.
Кирилл, это, сумус, вот это на кого уже кидаешь истерил? Заклинателя сюда, пусть заткнет эти пушки! Ребята, там гадин забирает, видите, ребята? Ты чё, хотел ещё под истерию домашней? Да. Зачем тебе истерию? Я вот 15 дам, а ты 20 не дашь. Чё, ха-ха-ха, блин. Сейчас как задамажу, блин. Буду первый КДП просто. Значит, на этом боссе все без исключения бьем трэш. Если мы, не дай бог, вайпаем, все по 200 кп будем начислять за... А где вайпаемс? Это про Синдру Лича? Может, пусть он наверху танчит? Нет. Ну, пускай наверху танчит. Середина, как обычно. Шаблончики. Чем наверху его танчить? Там это Бьянки кинь. Зачем? С меткостью шеи Бьянки. Ну он тупой, ладно. Не помню. Чё ты? Ой, спасибо вам за шейку. Все, фулбис ШП. Мне плащ, блин, надо и кольцо. Какие плащи? Теперь можно делать спек, да? Теперь, когда фулбис шмот есть? Да. Нет, а? У меня просто шмотки 2 или 3 осталось. Так холики не носят меткость. Нахуй тебе меткость? Ну там скорость, и у него там нет вообще ничего, и можно взять на первое время. Да, блядь. Не гони нахуй. Если другим нужно РДД классом меткость, то они получают, а не холики. Ну да, если другим нужно, то так. Сказал Войт, который собирал, блядь, все подряд. Не все подряд, а колбу носову, нормальная тема. Колбу. Меткости не было, хули. А у Ретрика, блядь, было маны, как у хули паладина, нахуй. На втором сейчас так и есть, блядь. Или нет уже? Ну там чешка на хила и монета, блин. Блинки говёрные. А здесь без силы. Ладно, ему что пойдёт, стролишь. Не смогу я вам посаппортить на Личе со сквернениями, потому что у нас ДЦшка есть. Так что сами бегайте быстрее. Так копируешься, не сделав ШП, потому что, блин, в хилошмоте ходить вагоном, я такой не люблю. Ты бы надамажил здесь больше, чем полрейда. Ну, может быть, но, блин, я считаю, что это вагоном быть, это... К
тому же у меня гемы я еще не вставил в ШП, потому что шмот не собрал. Нет ни одного гема в шмотке, которые есть, не вставил еще. Трэш будем последний бить. Смотрите, перчи онлайн, ничего себе. Он с кукуласи в рейд пошел. Тюшка. Там ВВ где-то далеко. Славик 12600 туда. Так, Славик хорош. Что-то много чего. Похороним тебя, как подобает, в Награнде. Два завоевателя, два завоевателя. Ханты не ролят вообще, это говно. Да, с кораблей лучше. Там еще интеллект есть. Это те же статы. Завоеватель ролят. А, ну если не надо, можно еще. Это у меня у престарол. У мага. Ученика кущи. Так, Санзил Каплок, еще раз киньте ролл. Да, давай ему че. Ой, блин, а мне штаны надо. Вот что мне не хватает критически. Нет, абак и жезла. Катушки, талика. Вы портал не открыли. Сейчас все это упадет. Мне вообще так прет, ВВК пошел один раз престом с гильдии, один раз магом, и обоим тапки унес. Хаста меткость. Сейчас подойду. Значит, ДК приведет Вальку, стойте все у портала. К ступенькам вперед не выходите, отойдите назад. Если мы две Вальки сагрим, мы вайпнемся и потеряем полчаса времени. Если копии нападят, они тут останутся стоять, то даже больше, чем полчаса. Сейчас я сумасводу ускорение. Сумасвод, да? Ты как был человеком, который... Ну, беги, беги, беги. Вперед идем, вправо-влево, никто не сворачивает. Там обновите баф на ВВ, он в степях был, у него кулака нету и друида баф. Только не бегайте по сторонам, а то вы крока опять забагаете. А, вчера, короче,
вчера, короче, опять 10 гер багнулось, этот, кровь и сестра, вой, так, короче, там новая модификация была, прикинь, стали мы уславны, и трэш весь резнулся, я не знаю, как так, то есть мы забежали в комнату, и трэш тупо сзади и спереди, прикинь, и у нее, и она забагалась, она не била, получается, но гро была на мне, то есть на моем друиде. Получается, мы трэш снесли, как пришло, она запустилась, благодаря тому, что дро осталось висеть на мне. Пошли, ничего. Паладины, виспельте тоже. Что так квесты виспели? Или повесилось, можно падать, пацаны. Повесил? В смысле? Ты о чем, Крисе? Ну вчерашка ты не повесилась на норму. РС или что, или ЦВК? ЦВК. Тебя вчера не было, что ли? Не, вот вчера я на норму не успел. А, ты вчера работал? Да. Да и сегодня должен был, у меня так голова с утра болела, что... Я не пошел. Тут боешка лежит. Кольная работа. Хочешь идешь, хочешь не идешь. Боешка. Ну, у меня лояльная работа, но с другой стороны платят не так, как хотелось бы. Потому она и лояльная. Кем работаешь? Я рекламирую, консультирую по европейским зубным пастам, которые дорого стоят, у которых нет рекламы. Сколько платят? По-разному. Зависит, вообще там от продаж зависит. Ну, зарплата небольшая на самом деле. Там в среднем выходит что-то 10 тысяч гривен. Это немного вообще. Сколько в долларах? Ой, в долларах, боже. Честно, какой сейчас 28 курс? Сейчас я посчитаю, что-то 350, до 350 долларов, где-то так. Если у нас выставка, то еще премии бывают. За рекламу еще нормально, хули. Назад отбегаем. Назад все побежали, в звезду. В звезду бежим. Вторую не сагрите, а сдохнем. Заливаем сначала мелкие. Войт мандраники делает ему зарплата 2 мешка картошки. За удар 400 вешать стали, падлы. Чтоб сложнее было. Мне вчера, блять, обморожение нахуй. Скинул кошем один раз, уебал 4 штуки. Охуеть. Там атака уроду быстрее секунды из-за. Я только скинул, и у меня ДБМ сразу же показал 4 штуки. На Энхам вообще очень быстро набирать, просто пипец. Особенно если прокает этот оружие не со в словеха.
хилы, наверное, меня вчера ненавидели. Сум, иди, пожалуйста. Сейчас собаку убьем, боссу подойдем. Я добегу уже. А как я хилил Сову, Эргру 10 норму? Они мне сделали вместо 10 нормы 10 геру, короче. Слышишь, 37 миликов, грубо говоря, на Синдре было. 5 миликов, танк и хан. И на всех обморожения. Я в Сову Эргру хилю, я их хиреваю. Мы пошли в 10 гер как-то. Ну, я вару место забил, думаю, фуриком пойду. Ну все, захожу в ЦЛК, мне говорят, Саня, короче, места фурику нету, пиздуешь танка. 5,9 вар, блядь, пришлось идти танк. Да. То в 10 гер, да? Угу. То ли че я сказал, идите нахуй, я на протопало зайду, я ебал. Ну да. Пизда мне сейчас, загрызут нахуй, суки. Ха-ха-ха. Только кастовал хилку в тебя, я тебя уже загрузил. Да она там была с 7к хп. Я не успел докастовать, я же не хотел ходу кидать, хотел тебя отхилить за раз. Сумасфот чуть не помер там, короче. Его грызть начали. Бомж просто. Да пипец, ДЦ ничего хилить на этих, на собачках. Смотрите, какой отхил пощеровный у всех. Давайте, что там, на рейндж пойдут. Два ханта, сова. А зачем? Это же обычка, Войт. Капан, подставь, пожалуйста, шкаф. Зачем? Присумонит мне. Зачем? Ну, чтоб танковал. Здесь поешка лежит. Ё-моё. Давай мне кидай сумку. Просто если мы будем стоять на рейнже, то дольше бить будем, а также ж быстрее. Сумоньте Жекаса, ребят. Ну, вот это традиция просто на рейндж назначать в обычке. Я вообще тоже видел, пугов назначают на рейндж в обычке и говорят, чтоб, короче, на гере не падали. И в итоге, короче, два ханта сливого, вок, сова, короче, и ШП как-то умудрился бы уже сдохнуть. Это было весело. Паладин счастливый, дай каску по себе. Давайте бафуйте быстрее. Фу, баф. Приста баф, интеллект. Рыба там 5 секунд, чек на пул пока. Вары хп, крик на хп. Чё, 14, да, мне? Капар готов? Не. Нет, не, погоди, бля, стоп, нахуй. А сколько ты на сурке дал? 12 там с чем-то. Сколько, или 11? А кто дал? А будет? Интеллекта нету. Интеллект. Магии. Чек. Вы все знаете, я тут понимаю, надо за спину просто забегать. Маг, на счет 3 ДК начинаю. 1, 2, 3. Эх, не дал мне ДЦ. Не дал мне ДЦ дать ускорение танку, чтобы он быстрее поставил. Блин, ничего хилить. Хоть не перебегайте, дайте похилить хоть, а то хилить нечего. Вот, блин. Ну реально, у нас 5 хилов, вы перебегайте, блин, не перебегайте.
ядовитый смесь. Забери ебаного слизня. Там большой сюда. Слизень бьет. Танк, ты заберешь слизня? Ой, это если что, слизь в мелизоне, это прирост ДПС у тебе. Так он меня чуть не сбрил, бля, хоть бы каплю мне кидал. Ну чё, кто там говорит? Не дашь 14, на нахуй, 16, бля. Это потому что, что там был этот слизень, ты не понимаешь? Постока слизень надамажил. Давай уже шип на ролл, бля. Всё, идите в жопу нахуй, вой топ нахуй, так бы и сказали сразу. Вой топ. Красавчик. Да большого не забирали из мелизоны, чтобы Бьорна ХПС повысился. Не, Бьорна ХПС и мой ДПС. Да какой там ХПС? У нас ДЦшка. Ого, два савана, ни хрена себе. Вот это один, повезло. Один. Я просто два раза тыкнул. Шип надо. Копор, тебя же сбили. Надо, стой! Надо, надо. Блять. Ха-ха-ха, копар, сука. Сука. Короче, перероливает. Я же говорю, прист всех тупо перероливает. Прикольно. Спасибо. Ой, бля, копар, я прям хочу увидеть сейчас твое лицо. Блёрн заранец, блядь. Слышь, а он ливнул с рейда, говорит, я не пойду, там 5 хилов. Я ему говорю, это принимай, сука. Сейчас ШП, блядь, 6.5 оденет, блядь. Ебать. Можно, блядь, кровь, что-то я только сейчас увидел. Смоньте, пока я добегу, кровь ему кину. Короче, я пошел в ВВК магом, забрал ступни и тринюс ласта. Пошел престом в ВВК, то же самое, и ступни, и тринюс ласта. И мне в РСках вчера был. Второй и третий. Не помнит никто? А в третий ты знаете, был что? Этим шаманом был. Ты хилился. В третий был апокалипсис. Знаю, упали. Чешка упала. Кольцо. То есть как я еще хилился в состоянии хусьны. Там знаешь, какой трясовый прикол был? У нас во тьме холипал в лезвие забежал, они как-то сдох, короче. А я там чувствую этот захил прожимаю, деф и всю эту хуйню. А ты хилишь свет. Певчий такой говорит, рисковать, резать хпала, говорит. А ты говоришь, нет такой варка, блядь, сука, они вдвоем хилили меня, блядь. И блядь, там напрягались. Там 1% хп у меня был, блядь. Так а хпал разве во тьме хилит? Во тьме был хп. Вой, да ты был такой, да? Да, надыкать вот дальше. Ну я тоже смотрю, короче, падает этот холипал. Говорю, ну ясно, давай, короче, капли, щиток на тебя, вся хуйня. Пистолы, смотрю, нету мани. Блядь, вы будете говорить, что вы будете пулять, суки, задолбали, блядь. Не знаю, кто вас пулил, зачем ты ругаешься? Ну, блядь, ну как ты так говоришь, блядь? Нет, так я это говорю, не танки не знаю, спулили. Заебали, блядь. Я буду выворачивать Вов. Ребят, не сворачивай ладони, ковыряюсь, блядь, пулю. Страшно. Блять, ублюдки какие-то налить тоже спулили, блядь. Бафайте, шаман. Сейчас, сука, спалю, кто-то пулит нахуй ГП налить. Я спулил. Ну что за хуйня, я ж просил тебя ДЦ, добавь меня в черный список. Чё ты, не кидай мне щит, Рокстер, я ж просил, добавь мне в черный список Хелгот, ты даже написал, как это сделать. Ладно, я ж...
Не, просто рассчитываю, что я ускорение себе дам в ответственный момент, а потом у меня его нет. Ну, ничего страшного. Еще не добегу, а первую где-то по дороге. Так ты рассчитываешь, что ты без ускорения? ДЦ у нас топ по хилу. Тапки, сука. Давай, Рокстер, я в тебя верю, давай, Вер. Молодец, что оставил момент истины. Тапки. Я его даже чувствую. Еба. Пошли нахуй. Гопар. Я с ними долго ходил. Да, бля, гопар. Сотка, сотка там. Не, чё он, бля, чё? Ну, США. На поле. Подожди, не, на хулипало там какие-то СРСки есть, я так понял, помню, да? Идет, идет кольчужный, который и который СРСки. Скажевки. Так вот, крафтовые скажевки. Там бисы на СРСки на хулипало, блядь. Убишь собачки, дай копару тапки, блядь. Да, так я копару кинул, он просто потом уже кинул в ролл, когда уже передал. Короче, блядь, хулипал с обычки вывешь. Так что с Герой только роль. А, хулипал и с Герой, по-моему, не ролят, да их? Да они с РСК бисы выпадают, платные тапки на хулипала. Так, счастливый ты в РК. Да, в РК. Ты прям все хорошо знаешь, да? Ну, да. Сейчас, смотрите, я вкратце объясню. Не замедляешь, что там, первого зеленого, второй красный слизень выходит, ты его нам замедляешь. Потом пьешь соль. Короче, ком перезагружу, бля. И дальше всех слизней замедляешь. Как понял. И самое главное, это второй красный. Ты Войт, слышь, Войт, ну вот если счастливый делает квест, и он тоже, у него есть танк, можно я на этом боссе, а в кодной я пожарю картошки? А если он сдохнет, а ему гранью надо босса ударить. Ну, блядь, давай после босса уже. Хорошо, ладно. После босса счастливый, спекнешься, потанчишь там совет. Там, хорошо. Ну, отдал, отдал, молодец. Что Кирилл сказал, ребутает что-то, да? А чё не запускается ивент? Кто тут нет у нас? Кирилл пошел запись смотреть, кому ГП давать. Какую запись? Запись, кто босса спулил. Так, Вуди же сказал, что кто-то... Я же сказал, что я спулил. Потому что вы там начали нести какую-то херню, и меня это задолбало, я написал говор, никто не пошел. Ну правильно, показываю пример остальным.
мы идем в 5 хилов. То, что я там сдох, это вообще насрать. Где топ-хил? О, смотрите, это Пал зашел. Курили босс или что? Я не могу понять. Унипал зашел. Кто зашел? Ну, этот унипал, который забрал тренер с синдры там у Олега в рейде. Можем ему что-нибудь написать. Я его видел где-то. Где-то то ли в ППГ мы видели, да? Он сказал, типа, вы и так справляетесь, да? Сегодня это было? Рокстер, помнишь? Ну, придурок. Такой и офнулся. Я еще говорю. Слава! Чё? А, со мной... Зачем ты меня кикал, блядь? Ну, чтоб ивент запустился, как ты думаешь? Я же сказал мне перезагрузить комп 2 секунды. Ну так а что, блин? Мы ивент уже зато прошли. Ставьте шкаф. Я, короче, нажимаю голосовать за исключение и пишу там, надо что-то написать, я пишу пидор. Я там был и Дубасик, и Шаман вроде с гильдии, это как я. О, Плариум.